Для меня всегда как бы был кумир, это мой отец. Он валенки мне наставит, и я эти валенки там обыгрываю. Там, играем 0-0. Мы победили по буллитам, стал счет 2-1. Я ему нос разбил. Ну, это хоккей. Потом он тебя так же сделал. Игорь Никитин, Максим Сушинский, Александр Прокопьев. То есть вы хотели в эту команду? Моя хоккейная история, которая самая важная для меня, это авангард в моей карьере был, есть и будет. Хоккей – это моя жизнь. Это так и есть. Все мои друзья сидят, играют на гитаре, девочки, и все, а ты идешь. Двоечником был? Был, ну. Я столько никогда не говорил, я уже устал. Еще не матч, но скоро начало.